Урок 26. Тема этого урока – буква КЭФ. Давайте вместе напишем ее. Это буква КЭФ. Она полностью лежит на строке. Давайте еще раз. Пишем вместе со мной. Буква КЭФ – мягкая, глухая буква. Послушайте, как я ее произношу, и постарайтесь повторить за мной. КЭФ, КЭФ, КЭФ. Не следует произносить букву КЭФ твердо. КАФ. Иначе это будет совсем другая буква. Также не стоит произносить чересчур мягко. КЕФ. Нет, мы ее произносим КЭФ. КЭФ.